праздник хорошо поработал личный состав войсковой части 99-250 бригады территориальной обороны области. Солдаты очистили от снега улицы Уральской и поселка Диркул, за что получили благодарность населения. В предотвращении весенних паводков принял участие личный состав войсковой части 99-250. Военнослужащие очистили от льда и снега улицы, проезды и пешеходные дорожки в микрорайоне Кокжиек села Диркул. С позволения министра обороны, военнослужащие воинской части 99-250 в составе 60 человек вышли на улицы города для очистки от снега. Мы приняли участие в очистке арыков и вывозе снега с улицы Уральска. Жители говорят, что по благоустройству села проделана большая работа. Они выразили благодарность солдатам за доброе дело. Микрорайон Кокжиек сразу преобразился. У нас здесь чисто, порядок, снег вывозится вовремя. Спасибо нашим защитникам за помощь в этом деле. Пусть служат добросовестно. За один день силами военных было очищено от снега более 30 километров дорог. Для использования на случай весеннего паводка подготовлено около 5000 мешков с песком. Алмагуль Джампиисова, Асламбек Саламатов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.